Добренько всем, уважаемые зрители, подписчики канала и те, кто случайно, а может быть намеренно зашел в других каналов. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих на канале. И, ребят, я вам хочу сказать сегодня, кто наблюдает за нашими постоянными ребятами, которым мы пытаемся помочь. Сегодня видео будет, ну, просто не для слабонервных. Даже я, человек, проживший 13 лет на улице, ужаснулся сегодня, встали волосы дыбом, и по спине побежал холодок. Смотрите видео, пишите свои комментарии. Опа! Нет, это... Твистер-шмистер, вода? Я еще пока не делал. Маш, я вот уже подходил, сейчас... Да подожди, дай сказать мне. Что? Я вот подходил, да, видел мое это... Нервное состояние по отношению к этому. Сейчас я уже прошелся, немножко остыл, блядь. Слушай, я понимаю, ты ругаешь. Понимаю, я тебе нахуя, люди тебе... Нет. Послушай, теперь я говорю, я тебя выслушал. Сказать дай. Слушай, человек. Тебе нахуя люди пересылают деньги, помогают тебе? Зачем? Вот мыло я тебе... Послушай, я тебе мыло купил 1,5 суток назад. Извини, вчера меня сам забрал туда. Я видел тебя, ты там валялась. Я только вышла недавно. Ногу можно помыть? Сейчас я попозже скажу. Ну, сейчас... Внизу нога спала немножко опухоль. Но она у тебя грязная. Ну посмотри, неужели тебе, блядь, самой не, это, приятно так ходить? Терплю как-нибудь. Ну, терпеть надо. Это тоже сидит похуй, блядь. А это мне похуй. Это вообще все похуй. Да. Это не мне. Ждет. Вот сейчас скажи, блядь, Космос, купить чекушку? Он так и говорит. Купить, нахуй. Приходит. Пока не сходишь, мне это подписчики так говорят. Сань, бери измором, нахуй. Че ты, брат? Пока не сходишь, штаны переодеть. И хуй я тебе чекушку куплю. Да. И тебе так же, нахуй. Нет. Пока не помоешь ногу и не замотаешь, я ничего покупать не буду. Я не собираюсь просить тебя. Я могу и сама. А деньги прислали. На лекарства, на еду, на сигареты, на то, на сё. Что туда? Они лежат? Что ты их носишь? Нет, вчера мне сделали на пальцах. Уже сейчас еще пока... Два раза в день, Маша, надо делать. 3 раза в день надо делать, нахуй. Ну, блин, я из-за этого не знала. Сейчас ты мне сказал. Только. Я тебе неделю уже об этом долблю. Ну, а я могу забыть еще. Память мне пиздить тоже буду прямо. Начинать, нахуй. Старая. Бабка стала, я сказала. Как у меня папа. Бабушка сейчас. Ну, пиздец, мухи облепили, нахуй. Я тебе принес, кстати. Ну, хуй толку, блин, на грязное тело. Нет, я скажу про мой. Маш, Валер, я вот ему дам, пусть он в карман положит. Он их проебет. Это что? Или ты к себе положи. Это пантенол. Пантенол, он спрей. Для чего? Вот его пшикать нахуй. На рану прям туда. Похуй, на грязную, пусть не моется. Валер, ну-ка задерги это шиворот свой, чтоб туда хоть мухи не садились, блядь. Фу, блядь. Аккуратненько. Ну-ка, оттяни Валера ему нахуй. Братан, пиздец. Он ее тешит, я ей сколько раз говорил, не надо. Блядь, сейчас. И так быстрее проходи будет, если руку туда не будешь сувать. Правильно говорю? Где этот колпачок я делал? Ебаный колпачок. Куда-то укатился. А, я в карман его положу. Маш, на к себе положи. Потому что я дома его забываю.
А? Есть. Так. Космос, сходи, переодень портки. По-человечески я тебя прошу. Ладно, у меня ругать это, я понимаю. На базе где-то там висят серые штаны, брюки. Именно брюки, не джинсы, брюки, да? Не спортивки. Темно-серые, типа цвет такой, мусорской. Нет. Как мусоры. Время, время 9. А, через час. Время, вон у тебя часы нет, висят. Нет, в тёте Тане. В тёте Тане. Вот одна задача, пожрать, выпить. Нет, это не мне. А кому? Ну, для всех. Вообще, для всех. Я сама голодная стала всегда. А кого-то надо кормить. Маш, давай договоримся. Блять, через 2 часа я приду, у тебя помытая, замотанная нога. Помытая не знаю, но... А? Маш! Боже, больно. Полторашка, вот у тебя полторашка воды, блядь, стоит. Тебе это хватит ногу. Не вода, не вода. Ну, я понимаю. Сейчас допьете, полторашку у тебя есть. Зайди... Да. К этой пойдешь к тете Тане или какой, тете Галя? Набери у нее воды, нахуй. Не можешь, блядь, ребята, Валеру попроси. Да заткнись, я говорю, блядь. Слышишь, что я говорю? Маша, попроси Валеру, он тебе воды наберет на вокзале. Да он вообще не хочет, а ему сигарет подать. Любой, Аслана попроси, Бульбу попроси. Я скажу. Ну, я Валера, какой стоит? Ему сигарет принесли. Кто? Ты меня слышала? Через 2 часа я приду, нога не помыта, не перевязана, я бью тебя. Не ругайся. Позу мне больно просто. Ну, терплю. Я вообще не скучно, блин. Пока грязь не попал. Ой, бля, у меня не хватает нервов. Что-то не ей ругайся. Доказать. Не ругайся. Это... Да. Ты что, не звонил Сереге Крымскому? Мне в телефон посадил. До сих пор не зарядил? Ёптва. А у меня спрашивал провод. Зарядка, а у меня нет самой зарядки. Я его чекал. Короче, вот такая ситуация, уважаемые подписчики. Не знаю я, как быть. Буду делать вот такие ходы. Конечно, сходил я. Сам он не мог сходить. Вот штаны, брюки, про которые я говорил, лежали на базе. Уже, я не знаю, дней 5-6. Короче, предложил ему сходить переодеться. За это я ему куплю бутылку водки. Он не пошел. Вот они, блядь. Маэстро. Вот, Юр, штаны. Я его не буду переодевать, блядь. Я тебе говорю о том, что ты их не нашел, он их не нашел. Сходить вам неохота, а бутылку вы хотите. Саша. Хуй вам, а не бутылку, понял? Вот я их принес. Но я зачем хотел, чтобы он туда пошел? Там ему будет спокойнее переодеться. Там его никто не видит. Там у него достаточно будет времени. Вот еще одна маромойка, блядь, явилась, не запылилась. На. Саша, вот нихуя, он да, и до вечера он не переоденется. А мне какая вина? Что никакой есть? Вины нет у нас. Ты бутылку хочешь, блядь, а делать нихуя не хочешь. Саша, я сходил, я тебе сказал, я говорю, я не нашел. И вот он их, я уже... Тем более на это... Заткнись, дай сказать. Я ему или третий, или четвертый раз приношу штаны, и он до сих пор не переодетый. И с этими штанами он, блядь, хуй переоденется. Потому что ему негде здесь переодеться. А там на базе он бы переоделся спокойно, я бы вам купил бутылочку, посидели бы там, и все. Вот все мои движения. А теперь идите нахуй и стреляйте. Москва большая. Не нахуй.
Вот движение, ребят. Вот отношения их нет. Блять, сегодня я пойду на принцип. Вот, смотри. Смотрите. Привязал эту, как ее называют, блять, маску для лица. Сделала, блядь, перевязку, помыла ногу. Сегодня иду на принцип. Ничего. Вот они сидят, грядка. И бычо прилетел тут. Торговец ебаный. Взял тройку. На тройке 150 рублей. Ну, это три поездки в метро. Плюс сама тройка стоит 50. Вот он пошел ее продавать. Ой, блин, я не могу. Я сегодня злой. Простите меня, конечно. Но сегодня вот принес штаны и все. И дальше сидит он с этими штанами. Это лежит с мылом. С мылом, с мазью, с бинтом, с зеленкой, с этим фукарцилом, фукарцилом и так далее. Вот пусть сидят. Дальше. Ёпта, штаны новые. Космос. Не прошло и года, нахуй. Ты переоделся. Где сила? Где пчела? В чем сила, брат? Кто тебе такие окуляры подогнал? Прикалывайся. А, прикалывайся? Не твой фасон? Все, хоть эту тужурку скинул. Бля, чем бы тебя напшикать, чтоб не садились эти? Водкой напишу. А? Водкой напишу. Водкой. Ну мухи, бля, сейчас насидят там яйца нахуй тебе. Я знаю, бля. Я пойду выше. Они уже, блядь, насидели, ебаный в рот. Стряхни, блядь, ебаный в рот. Там пиздец нахуй. Снимай эту, блядь, тужурку свою, блядь. Где? Вон под воротником, блядь, там, вот на этой, на верхней. Они и там, блядь, это пиздец, нахуй. Блядь, сейчас посмотрю в интернете, чем тебя нахуячить. Вот, ребят, зашел, не знаю, у меня сердце кровью обливается. Ну, тут просто пипец. Цены. Я нашла вам, смотрите. Угу, что там? Вот такой дихлофос, тоже без запаха, 90 рублей. Подойдет? Подойдет. Вот он еще один. Алкота, блядь. Я тебя тоже приветствую, Александр. Готовься, сейчас будем насекомых, блядь, травить нахуй. Больно будет. А? Больно будет. Не, я на одежду. Что ты думаешь над собой, заебал? Пиздец, блядь. Ну чё пиздец, блядь, ёбаный в рот. Ну завтра, да иди ты, блядь, завтра среда, ёпта. Или чё, какой завтра день недели? Сегодня среда. Сегодня среда? Теперь послезавтра, нахуй. А какой день? Это заебал, вот бумажный проезд. Ну, минут 7, может, твоим ходом 15. Давай, блядь.
нормально. Жара сейчас, понимаешь? Жара. Нехуй делать, отъехать с похмелья. А. Заебал ты. Не садятся сами сейчас. Пути нет. Ну. А утром вообще приеду. Блять, пройдись ты по этим, по мусоркам, найди какую-нибудь одежду. Ну нет у меня сейчас ни хера. Штаны у меня еще одни есть, джинсы на тебя. Верхней нету ничего. У меня свитер, куда я его свитер? Ну хоть оботри, если у тебя лень, матушка, помыть, оботри хоть. А? Буду, мое время придет, буду. Блин, ну подожди, а. О, в тенечек. Аслан. Подвинься, говорю. Естественно, да? Ну вот, я говорю, в тенечек бы сел. Вот сюда. Посмотри, Аслан. Да. Это яйца мушиные. Мухи, мухи уже отложили яйца. Да. Купил дихлофос, нахуй. Ну такой. Какой-то особенный дихлофос. Напшикал ему нахуй. Рванул. Ну это пиздец. А что-то я на полянку пришел, вы куда-то. Где вы были? На полянке были? Нет, по месту были. На, что ты там ищешь, нахуй? На себе салфетку, ладно. Уважаемые подписчики, у кого есть верхняя одежда, я не знаю, какой у тебя, 54-й, наверное, размер, да? 52-й? 52-й, 54-й размер верхняя одежда. Я подъеду, заберу. Эту надо всю выкидывать. Все в яйцах, все грязное. Блять, я не могу. Ой,